Друзья, всем привет! Сегодня готовим очень вкусную плетенку с яблоком. Получилось вкусно, быстро, очень советую. Все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Начнем приготовление с творожного теста. Я очень люблю этот вид теста и делаю из него и рогалики, и печенье, и вот такую вот выпечку. Творог у меня 9% жирности и достаточно влажный. Лучше брать с меньшим содержанием влаги, так как тесто с таким творогом потребует больше муки. Соединяем творог, яйцо и сливочное масло комнатной температуры при помощи погружного блендера. Можно творог протереть через сито, и тогда помощь блендера не понадобится. Теперь добавляем сахар. Я сахара добавляю совсем чуть-чуть, потому как и в начинке будет сахар, и сверху посыпем сахарной пудрой. Но если вы очень любите сладкую выпечку, добавьте грамм на 20 сахара побольше. Соединяем, добавляем муку, соль и разрыхлитель, замешиваем тесто. Оно получилось эластичным и не липнет к рукам. Пока отложим тесто в сторонку и займемся начинкой. У меня вот такие вот ароматные яблочки. Можно их заменить на груши, бананы, шоколад или орехи. Снимаю кожуру и убираю сердцевину. Нарезаю пополам и еще пополам. Теперь нарезаю на тонкие слайсы. Добавляю к яблокам лимонный сок, сахар и перемешиваю. Можно добавить корицу или ваниль или другие ваши любимые специи. Можно сюда же добавить и орехи, и изюм. Начинка готова. Тесто раскатываю тонко и не смазываю и не припыляю поверхность мукой, так как тесто не липнет. Раскатываю сразу на силиконовом коврике. Если же у вас тесто все-таки прилипает, слегка присыпьте мукой поверхность. Вот такое по толщине получилось. Начинку выкладываю на серединку. Посыпаю яблоки крахмалом, чтобы не вытекало много жидкости сока. Делаю надрезы с одной и с другой стороны начинки. И теперь формируем нашу плетенку. По очереди закрываю плетенку с одной и с другой стороны полосочками теста. Можно дополнительно смазать верх яйцом и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 20-25 минут. Наша ароматная плетенка готова. Посыпаю сверху сахарной пудрой, можно подать с шариком мороженого. Очень ароматная, сочная, вкусная получилась. Напоминаю, что рецепты вы найдете в описании под видео, там же будут ссылочки на мои социальные сети и на другие мои не менее вкусные видео. Встречаемся с вами в комментариях и в следующих видео. На этом у меня сегодня все. Приятного аппетита, ваша Саша. Пока-пока.